Мы считаем, что дети с раннего возраста, с дошкольного возраста должны понимать, что такое слово толерантность, что такое дружба, что такое любить, как относиться друг к другу, как говорить, какие слова нужно говорить в общении друг с другом. То есть нести с раннего возраста тот позитив, которому мы их обучаем.